Это один из покупателей запрещенного товара. При личном досмотре у мужчины обнаружили наркотики. Предлагаем сообщить, имеется ли при нем запрещенные предметы вещества. Да. Что у вас имеется? Гашиш. Гашиш? Гашиш – это у нас наркотическое средство, согласно нашему действующему законодательству. В каком количестве примерно? Где находится? Доставать не надо, просто объясните. Гашиш мужчина приобрел у двух сбытчиков, которые приходятся друг другу родственниками. 30-летний племянник привозил наркотики из Казани. 45-летний дядя их сбывал. В основном друзьям и знакомым. Старший из мужчин имел постоянное место работы женой и детей, пока племянник не предложил схему дополнительного заработка. На стадии уже реализации задержания, значит, в ходе обыска, то есть был задержан вот дядя 45-летний, житель Нижнекамска, у него было изъято 80 грамм наркотических средств гашиш. Значит, они его реализовывали, то есть штучно, ну, то есть в розницу продавали, потом уже произвели задержание самого вот этого племянника, так как он конспирировался, опасался своего задержания, то есть и преследования со стороны сотрудников правоохранительных органов, он старался не проживать, значит, в Нижнекамске, значит, жил у другого своего дяди уже на территории города Елабуги. Оба мужчин – уроженцы Таджикистана, но уже давно получили российское гражданство. По мнению специалистов госнаркоконтроля, на преступный путь их толкнуло то, что они сами давно являются наркозависимыми. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотиков в крупных размерах». Каждому из мужчин грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Скорее всего, учтут и то, что мужчины уже были ранее судимы, все за те же наркотики. Яна Чупахина, Ренат Харасов, Новости НТР.